Главная новость к этому часу. Киев заявляет о прекращении интенсивных боев в районе Авдеевки в Донецкой области. Я Мелани Бачина, здравствуйте. Как заявил сегодня журналистам представитель Министерства обороны Украины Александр Матузяник, бои в районе Авдеевки продолжались непрерывно в течение 19 часов и до сих пор не завершились. Но по официальной информации украинской стороны, тяжелое вооружение на данный момент практически не используется, и активная фаза противостояния позади. Обстрел жилых кварталов Авдеевки прокуратура Донецкой области квалифицировала как теракт. По информации Киева, трое мирных жителей получили ранения. Зная о нахождении в районе гражданских лиц, пророссийские сепаратисты нанесли целенаправленный удар по жилым кварталом. Так говорится в официальном сообщении. В ходе боев погибли 5 украинских военных. О потерях сепаратистов точной информации нет. Местные власти сообщили, что Авдеевка полностью обесточена. Представители так называемой ДНР заявляют, что наоборот, именно украинские военные обстреливают из артиллерии жилые кварталы, но уже Макеевки. Это тоже Донецкая область. Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить сегодня в Берлине с канцлером Ангелой Меркель ситуацию на востоке Украины в целом и выполнение России Минских соглашений в частности. Отдельным пунктом Меркель и Порошенко обсудят вопрос освобождения заложников. В Канаде в результате стрельбы в мечети Квебека 6 человек погибли, еще несколько пострадали. Состояние большинства раненых критическое. Стрелявшие открыли огонь во время вечерней молитвы. В полиции сообщили о задержании 2 подозреваемых в нападении. Одного из них задержали возле мечети, а другого на автостраде неподалеку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее террористической атакой на мусульман. В руководстве Исламского культурного центра при этом призывают не делать поспешных выводов. В США идут протесты против указа президента Дональда Трампа о мигрантах и беженцах. На улице крупных городов Вашингтона, Лос-Анджелеса, Сиэтла, Сан-Франциско вышли десятки тысяч людей. Один из самых больших протестов состоялся в Баттери-парк в Нижнем Манхэттене, откуда открывается вид на статую Свободы и Нью-Йоркскую гавань. Это место считается символом приема мигрантов на берегах США. Сенатор от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер заявил на митинге, что указ Трампа противоречит главным ценностям страны. Происходящее он назвал вопросом жизни и смерти для многих людей. Указ Трампа ввел временные ограничения на въезд в США граждан из 7 стран с преимущественно мусульманским населением. Указ уже привел к задержаниям или депортации сотен людей, прибывших в американские аэропорты. Решение президента Трампа подвергли критике несколько американских актеров. Это произошло в Лос-Анджелесе на вручении престижной премии гильдии киноактеров США. Ведущий церемонии Эштон Катчер приветствовал тех, кто находится в аэропортах. «Ваше место в моей Америке», — сказал он. Времена сейчас сложные, и в мире, и в нашей стране в частности. Происходят непростительные вещи, страшные вещи, которые требуют реакции. Я очень рада быть частью группы людей, которым не все равно, и которые пытаются реагировать на происходящее. Дональд Трамп отреагировал в своем твиттере на критику его иммиграционной политики. Подписанную им на прошлой неделе директиву уже назвали запретом для мусульман. Президент США написал, что в его указе речь идет не о мусульманах и религии, а о терроризме и национальной безопасности. При этом он подчеркнул, что у христианских беженцев из той же Сирии будет приоритет при въезде в страну. В Белом доме добавляют, что распоряжение Трампа в первую очередь направлено на то, чтобы обеспечить безопасность американского народа. Безопасность наших граждан, нашей страны превыше всего. То, что сделал президент, необходимо для того, чтобы мы были уверены, что люди, которых мы пускаем в нашу страну, приезжают сюда из мирных побуждений, а не наносить вред. Мы хотим донести, что не позволим кому-либо воспользоваться лазейками и причинить вред нашей стране. Вот об этом речь. Суд в Кирове объявил о принудительном приводе Алексея Навального. Таким образом, судья Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Сегодня на очередное заседание по делу Киров-Леса никто из обвиняемых и их адвокатов в суд не прибыл. Как заявила секретарь Ленинского суда Кирова, никаких убедительных документов, объясняющих отсутствие подсудимых и защитников, представлено не было. Так, адвокат Светлана Давыдова, которая должна была отправиться в командировку в Ямало-Ненецкий округ в колонию, туда не поехала, так как учреждение закрыто на карантин. А процессы в московских судах, в которых также участвуют защитники Навального и Петра Офицерова, отложены. На следующее заседание по делу Киров-Леса, назначенное на послезавтра, Алексей Навальный будет доставлен под конвоем. Таковы главные новости к этому часу. С вами была Мелани Бачина. До встречи.